Всем привет! И сегодня я вам хочу рассказать, как стримить, если у вас слабый ПК. В общем, если у вас слабый ПК, то, скорее всего, вам не подойдет такая программа, как OBS. Потому что она ест очень много процессоров, и максимум, что вы можете снимать на этой программе, это вот такие вот стримочки, которые стримлю я. Просто всякие ролики с YouTube снимаю. Так, в общем. Как же стримить свои игры, ну, чтоб не лагало? Все просто. Ничего даже скачивать не надо. Смотри. Заходите в любой браузер. Регистрируйтесь на сайте Restream. Я его оставлю в ссылке в описании. Тут подключаете свою камеру и микрофон. Дальше. Ну, пока что вы не можете подключить. И если у вас несколько камер и, допустим, микрофонов на этом, вы заходите в настройки, тут ставите High Definition, все на максимум, графику. Дальше, тут выбираем камеру, ставим High Definition, то же самое это. В общем, тут выбираем свою камеру основную, если у вас их несколько. У них, допустим, несколько лишь, на мой микрофон, у них тоже несколько. И все, по сути все. Если вы хотите показывать экран, нажимаем Share Screen. Выбираем во весь экран и разрешить. Нажимаем на этот минусик, и у вас теперь на стриме экран. Если вы хотите просто разговаривать, включайте камеру, сейчас не могу, и микрофон. Также вы можете выключать микрофон и камеру. Короче, очень удобная программа, ее потянет любой компьютер, если он хотя бы вашу игру тянет на 40 FPS. Всем пока, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вот такой вот немножко как стримить на самом ПК обзор. И причем, даже если вы на вашем компьютере, допустим, стоит Family Link какой-то, и вы можете с помощью браузера стримить, не надо никакие там программы скачивать или что-то типа того. Пишите в комментариях еще свои идеи для роликов. Всем пока.